Не виделись с ним около месяца. Получили подарки. Чего смотри? Слишком много заморочек. А какие стереотипы бытуют в России? Привет всем голодным и сытым. Меня зовут Коля. Рядом со мной мой корейский друг. Меня зовут Азрахуме. Мы живем в Корее. Добро пожаловать на мой канал. Мой канал. Ориган Мане. Мы не виделись с ним около месяца. Я за это время успел съездить в Ташкент, а Досоль все это время работал, бедняжка. И мы сегодня встретились тут не просто так. Сейчас должен подойти Джигён, и у нас сегодня будет трио. Трио. Так что ставим авансом большие пальчики вверх. Подписываемся, те, кто не подписан. Запариваем рамен. И смотрим это видео до конца. Я обещаю, это видео будет интересным. А теперь погнали. Погнали. Привет. А вот подарок. Вау! Мы сегодня получили подарки. Спасибо. А пакесы? Скоро Новый год, и опять поднимается основной вопрос, а какой подарок подарить родным или друзьям? Понравится он им или нет? Если у вас такие же головные боли с подарками, как и у меня, то я нашел решение, которое точно сможет удивить и порадовать ваших близких, вне зависимости от возраста и увлечений. Ведь отдыхать нравится абсолютно всем. Это подарочный сертификат Кува, в котором собрано более сотни лучших и необычных отелей по всей России, среди которых прозрачные типи посреди леса, дома с панорамными окнами, отели с открытыми бассейнами, дома на деревьях, сферы, юрты со всеми удобствами и даже есть для любителя Властелина кольца эко-отель Хоббит Ленд. Или можно отправиться в Восточную Азию в парке-музей Этномир, где вы сможете познакомиться с культурами Кореи, Японии и Китая. Получив такой подарок, ваши близкие точно найдут что-то интересное для себя и отправятся туда отдыхать в удобные для них даты. Спешить никуда не надо, ведь сертификат действует аж целых 2 года. Вы можете выбрать отдых на двоих или на всю вашу большую семью. На сайте Кува можно выбрать подарочную упаковку ручной работы или минималистичный яркий фирменный конверт. Или оформить электронный сертификат. Вот так может выглядеть электронный сертификат. Для активации вам нужно просто перейти по QR-коду и ввести номер вашего сертификата. А самая крутая новость — это бешеные скидки на подарочные сертификаты в черную пятницу до 70%. Сертификаты Кува — это отличный подарок для тех, кто любит отдыхать, так и для тех, у кого находятся причины этого не делать. В описании под видео я оставил ссылку, по которой можно заказать такой подарок, с которым вы точно не ошибетесь, ведь отель и дата выбирает тот, кому вы его подарите. Сегодня мы будем есть чесондан, шабу-шабу. Сегодня мы поедем это вольнамсам, шабу-шабу. Вау. Приятного аппетита. 리아드 아피티다. 향이 넣고 싶은 야채를 넣어서. 근데 아, 그래? 다 넣어. 다 넣어도 되게 좋아. 다 넣으면 어. 잘라 넣어야지. 여기 있는 거. 어. 그럼 왜 나한테 줬어? 아, 형 안 해? 아, 고기. 아니 아니 형 기다려 봐. 고기는 어. 살짝만. 어. 한 살짝? 네. 한 5초? 6초? 그냥 다 넣을게요. 네. 저 다 아~ 먹어요. 다 넣고 자르는 게 나을 것 같아서. 고기 너무 얇아서 그냥 30초. 아니 3초 3초 3초? 어, 팔팔 끓으면. 아 기다려봐. 팔팔 끓으면 하나 둘 셋 뭐 이제 먹어. 안 돼요 안 돼요. 아, 이제 먹으면 돼요. 어떻게 먹어? 그 우리 또 딱히 있을 것 같아. 이게 원래 뜨겁게 막 빠글빠글빠글 끓잖아. 그때 잠깐 넣어서 먹는 거야. 지금 벌써 먹어.
벌써 이렇게 넣어서 먹는 게 아니라 이 사람아. 근데 저도 사실 잘 몰라요. 어릴 때밖에 안 먹어봐서. 팔팔 끓어야 돼, 팔팔. 이거 더 넣어야 돼? 뭐? 떡도 먹고 싶어. 지금 넣고 만두도 면도 다 넣어. 있어요. 어, 다 넣어. 와. 이거는 고구마 떡. 고구마 떡? 네. 어, 열려요. 이거? 아, 만두도 넣어. 다? 세 개? 어, 세 개 다 넣어. 어, 어차피 이거 좀 걸리니까 만두는. 면은 뿌니까 좀 있다 넣고. 아, 역시 형 머리가 좋아요. 나? 어. 만두 먼저 넣을 생각을 하네. 요리사 아니에요, 요리사? 요리사 아니에요. 집에서 요리사. 야, 그건 아니에요. 이거 뭐야? 파인애플? 뭐 같은데? 아, 파인애플이야? 파인애플. 파인애플이네. 아나나스 даже можно положить в салат. 아니, 아나나스. 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 진짜? 이거는 그냥 먹을. 파인애플 이름이 아나나스야? 응, 아나나스. 이거 왜 안 먹어? 제가. 내가 사준 건데. 맞네, 야 프로보여. 찍어서 먹는 거야. 가운데 소스. 가운데 소스가 제일 맛있어. 가운데 찍... 소스 그 스위칠리? 어. 스위칠리 맞아? 맞아. 많이, 많이. 많이? 어. 형 야채 별로 안 좋아하잖아. 소스 맛으로라도 먹어야지. 이거 три соуса. Один посередине это свечили, по бокам 간장. 그리고 여기 간장. 간장 같은데? 간장? 연한 간장. 일본식 간장. Для вегетарианцев это вкусно. Мне нужно мясо. 야채밖에 없다는. 원래 고기 넣어서 먹는 거야. 나 고기 많이 안 먹기 위해서. 아니야. 아, 내가 설마. 한번 만들어 보세요 이제. 어. 이제 형이 만들어 봐. 내가 이거 고기 만들어줄게. 그냥 고기만 먹으면 안 돼? 보여요? 보여? 응. 내가 말했지 3초면 된다고. 봐봐. 오, 이제 먹으면 돼. 3초네요. 어. 내가 말했잖아 3초라고. 아까부터 면사 오진 빨리 готовится, потому что оно 아, 내가 тонкое и когда ты кладешь в этот кипящий бульон, буквально за 3 секунды мясо готово к употреблению. 아니 왜 고기만 먹냐고 형. 월남쌈이랑 같이 먹는 거예요. 아 그래? 어. 형이 형 스타일은 아닐 거야. 왜? 채식이야. 야채가 많아. 고기 이게 다야. 그래서 일본 사람들이랑 한국 사람들도 야채 많이 먹기 때문에 오래 살아요. 아니? 아니야. 아니에요. 술 많이 먹어서 빨리 죽는 거예요. 러시아가? 네. 한국 사람들은 러시아 사람들보다 술 더 많이 마셔요. 아니지 형. 한국 사람들이 먹는 술은 러시아 사람들이 마시는 음료수 같은 느낌이 돼. 아 이해가요? 맛이 달라요. 이미 도수가 다르고. 그래. 40도랑 어. 13도. 매일 40도 먹잖아. 한국은 어 진짜 높아야 막 18도, 19도인데 소주가. 내 생각이 좀 그래. 하나, 둘, 셋? 안 돼. 너무 빠르잖아, 형. 하나, 둘, 셋이. 하나, 둘, 셋. 3초 아니야? 형, 3초는 보통 하나, 하나, 둘, 둘. 그러면 3초 셋. 아니고 3초. 5초, 6초. 3초, 여기서 세봐. 하나, 둘, 셋 세고. 하나, 둘, 셋? 많이 먹고 싶으면 많이 넣어서 먹어요. 이거 먹어야 돼? 둘, 셋? 오이도 먹어도 되지. 난 안 먹을 거야. 오이 많이 먹어? 네? 오이 많이 먹어? 아, 안 먹어. 왜? 응? 오이 싫어하세요? 저 오이 안 먹어요. 러시아 사람들 오이 진짜 좋아해요. 아 진짜? 네. 아구르츠. 그 피클. 아 오이가 아구르츠예요? 네. 아. 피클처럼 그 안 자르고 그냥 통째로 피클 그 작은 오이 있거든요. 그 상태로 어 소금에 절여가지고 그 그냥 통째로 먹어요. 술 마시면서. И называется это карнишоны. 근데 한국도 마니키 아구르츠. 한국도 오이 좋아하는 사람 집에서 네. 통 오이 그냥 네. 소주 한 잔에 삼잔이랑 먹으면 맛있어요? 맛있어요. 나는 스위트 칠리가 제일 나. 개인적으로. 아니요 오이 오이 삼잔이랑 고려인 스타일. 아니 한국 스타일 고려인만이 아니라 까레이스키 스타일. 까레이스키. 까레이스키? 저희도 그렇게 먹어요. 오이는 쌈장이고. 아 그래. 쌈장에도 쌈장, 먹고 고추장. 고추장. 네. 그 등산할 때 오이 들고 가는 사람도 있거든요. 맞아. 땀 많이 흘리면은 물 대신 오이 먹는 거죠. 물 필요하니까.
Как прошла поездка в Россию? Что интересного увидел? На самом деле очень устал. Очень устал? Да. Потому что первый день, когда я приехал в Россию, очень опасная ночь. Около 11 часов. И потом я спал. И второй день я очень больно опасен. Больно. Жетлаг. Может быть, коронавирус. Коронавирус? Да. Уа. Я просто ждать в гостинице, отель, около 4 дня, потому что я очень больно. Голова, голос, и где вкус нет. Корону колесо. Колесо-то сейчас чилодесе. Потому что там без маски пущу. Лоджаэза? Нет маски. Лоджаэза? Да. Изанки пойо, маски. Аня, амуду ансэнэнде маски цуго исэнка. На кёуле гассэл тэ, кэ, чаячёл нэрогамён, маски чамкан цуго, кэ, 경찰관들이 앞에만 마스크 써요. 지나가면 마스크. 아, 보통 추각 브레인 브라요. 아, 보통 гулял. 나 гулял и известные места ходил. Достопримечательности. 관광지. 관광지. 나 이름 기억이 안 나네. 그 무슨 플로시지? 플로시지? 모래. 이름이 Владивосток. 예스. 관광 뭐지? 관람차? 오침발주의 관람차? 그 뭐? 사람 들어가서 빙글빙글 도는 거 있어요. 그거. 노류의 건물 가면 그런 거? 갈수 바스레니. 나 이 무제일 무제 문어가 하들 아르바트거리. 너 나 사람들 내 인터넷이나 블라디보스토키 어떤 시다 야우제 하들람 어떤 이렇게 쭉게 야 하들. Около 5 дней. Просто... Иркутск 5 дней. Сначала Владивосток. Сколько там был? Неделю. Около 2 недель. 2 недели Владивосток. Потом поехал в Иркутск. Да. И после Иркутска в Монголию, и из Монголии в Корею. Да, ну, у меня есть самолет, билет уже. Было все распродано. Да. Паром тоже. Паром тоже. Да, поэтому я не могу, прилететь Корее, пораньше. Да. Мой план просто 3 недели или 2 недели в России. Уже около 1 месяц там был. На неделю задержался. Да. А что-нибудь интересное происходило с тобой там? Какая-нибудь там необычная история, смешная, веселая. Я учусь в Копни. А? Копни. Копни? Копни. Что? Что смотрит? А, гопник? Да, что смотрит. Встречал их? Встречал, друг. Они всегда Adidas. Ага. Adidas и всегда пить много. Что надо? Мальчик, вот так. Мне интересно. Копни, ну, манго, винде. Его тоже знаю. Копни, как он живет? Кампе, кампе? Его, его. Вот так. Здесь, там, 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 Это он показывал, как гопники ведут себя в России. Не знаю, где он вообще их нашел. Поставь свою оценку этому блюду. Оценка? Тебе понравилось? Да. Да. Понравилось? Да. Сколько баллов даешь? 10, 9, 8, 7. 10 это большой экзамен. Да, да, да. 8. 8? Да, 8. А теперь ты скажи, понравилось? Это блюдо.
이거 좋아해요? 얼마나 좋아해요? 얼마나 가지 이거 좋아해요? 10점 만점 중에서 10점 만점 몇 점이냐고? 네 그냥 진짜 솔직하게? 네 4점? 4점? 왜? 아 난 형을 불러야죠 아 그래? 근데 이게 아, 자잘한 야채 дал этому блюду, наверное, баллов 7. Выглядит это вкусно, но слишком много заморочек. Надо в эту рисовую бумагу положить мясо, положить овощи, потом все это завернуть и макнуть в соус. Слишком много заморочек. Мне бы просто там мясо с рисом, и этого достаточно. Но спасибо за эксперимент, очень интересно было.러시아 팁. 러시아에서는 집에서 휘파람을 불면 안 돼요. 왜냐면은 그 돈 나간대요. 돈. 그런 거랑 또 또 또 있어요? 하면 안 돼요. 일단 추추 슈트가 그러니까 남자가 큰 차 좋아하면은 좀 그만하대요. 오? 집하기엔 좋아요, 안 좋아요? 나? 안 좋아요. 돈이 있으면 좋아요. 돈이 있으면 안 좋아요. 아니 큰 차 좋아하지 않아요, 형? 그래도? 아 근데 야, 그 라시, 우리 오지 문, 누라비자, 오빠 스마트리, 다른 코프 센터. 아, у нас торговый центр лучше в России. 아, больше. нет. Нет? No. В России, в Корее больше? Я думаю, потому что я ходил в Владивосток, это очень маленький город. Иркутск тоже очень маленький, но очень большой. Река, Москва, Санкт-Петербург. Надо в Москву поехать, там вот большие торговые. Да-да, я уже ходил. Нет. Бум. Бум? Бум маленький. Там есть Мега, потом... Там много больших торговых центров. Я только что пришел домой, и сейчас я готов распаковать подарок, который Джигён привез мне и Досолю из России. Смотрим. Чай. Вот такой чай. Смотрю, он как называется. Winter Tea. Новогодние вкусы чая в пирамидах. Так, тут клубничный вкус и Irish Cream Tea. Интересно, мы любим чай, тем более в холодное время года. Также магнитик, озеро Байкал. Мы там еще ни разу не были, зато уже кореец ездил и нам привез магнит, прикинь. И вот, пожалуйста, набор медов. Башкирские пасеки. Тоже как раз очень кстати, да, сейчас уже прохладно, то с удовольствием будем пить чай с медом. И сам пакет. Матрешка! Досоль увидел пакет и говорит: «О, это же матрешка, это же матрешка!» А в итоге, оказывается, Джигён перепутал. С матрешкой пакет предназначался для меня, а другой для Досоля. И Досоля, в принципе, то же самое, только вместо чая у него коробка Рафаэла. И, пожалуй, на этой прекрасной ноте я буду заканчивать это видео. Спасибо, что посмотрели его до конца. Ставим большие пальчики вверх. Подписываемся на канал те, кто не подписан. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем удачи, всем пока-пока!